Екатерина, добрый день. Какую компанию представляете? Я представляю интернет-гипермаркет «Утконос» и являюсь директором по сервису и качеству. Интернет-гипермаркет «Утконос» – это один из первых игроков на рынке онлайн-коммерции. Да, совершенно верно. Ну и вот смотрите, все больше ритейла уходит в онлайн. И ощущается ли конкуренция, и насколько она сильна? Конкуренция, конечно, ощущается. Все больше и больше новых игроков появляется на рынке. И это очень хорошо, так как мы до сих пор являемся лидерами в данной категории. И появившиеся новые игроки смотрят на нас как на лидера рынка. И это позволяет нам всем поддерживать единый высокий стандарт обслуживания клиентов. И наши клиенты за это нас любят. То есть конкуренция добавляет тонуса для вашей компании? Добавляет. Офлайн игроки продуктового ритейла жалуются, что средняя сумма чека в последние годы уменьшается. А что происходит в онлайн-торговле? Специфика онлайн-торговли позволяет более эффективно управлять размером среднего чека. То есть, в принципе, вы можете увеличивать размеры среднего чека? Мы можем и очень активно это используем в работе. Это прекрасный ответ. Хорошо. Сколько в среднем заказов в день сейчас вы выполняете? В среднем эта цифра примерно около 6 тысяч заказов в день. 6 тысяч? Ваши операторы успевают все это обрабатывать или это происходит в автоматическом режиме с помощью специальных инструментов? Это происходит как в автоматическом режиме с помощью специальных инструментов, также операторы подключаются при необходимости. Все-таки человеческие ресурсы еще присутствуют, еще не до конца диджитализация. Или он необходим? Бывают нестандартные ситуации, вопросы, и мы обязаны их решать не мгновенно и без промедлений. А какие товары сейчас являются самыми популярными? Самым популярным товаром сейчас является вода, поскольку мы входим с вами в лето. Ну, также фрукты, овощи. В тренде сейчас товары, готовые блюда и фермерские продукты. Ну и набирает оборот наша собственная торговая марка «Супер». Хорошее название. А что входит, какие категории товаров вот под этой торговой маркой? Под этой торговой маркой мы запустили категорию салфетки, категорию замороженной смеси, вода, и планируется еще порядка 200 товаров завести до конца года. До конца года вы будете расширять ассортимент? Да. Ну, тогда желаем вам удачи и, конечно, оставаться лидерами рынка. Спасибо большое. Удачи. Спасибо. Яком Экспо 2019. Retail.ru. Фирма 1С.